Меня очень часто спрашивают трейдеры, какой уровень надежный, да, от каких уровней лучше торговать. Одно простое правило: две точки касания должно быть для хорошего уровня. И чем свежее эти точки касания, тем лучше. Вот давайте посмотрим на наш пример сегодняшней нашей сделки. Вот здесь мы видим точка касания, раз поддержка, потом ее пробили, сопротивление. Раз, два, три точки касания, протестировали стрелочный на sell. Здесь у нас TC buy сигнал на поддержке. Перейдем на старший таймфрейм и посмотрим. Видим слева. Вчера две точки касания. Раз, два. Сегодня протестировали в третий раз. Идем еще раз на 15-минутку. Вот здесь поставим горизонтальную линию, где был buy сигнал. Смотрим налево. Раз, два, три. Посмотрите, сколько точек касания вокруг этой зоны. Идем обратно. И вот он наш TC buy дно. Да. Здесь не было ни уровня, ни паттерна, поэтому я сказал, что это агрессивная сделка. Я такие не торгую сигналы. Но среди наших трейдеров есть агрессоры, которые принимают такие сделки. И мы видим, что тоже 60 пунктов движения в моменте. Поэтому, если вы хотите торговать прибыльно от уровней, берите уровни, где было минимум две точки касания. И потом на третьем касании сигнал и вход. Вот мы торгуем две точки касания, TC buy либо паттерн, и тогда вход. Вот здесь мы видим сегодня по NASDAQ две точки касания. Потом рынок пришел в третий раз TC buy. Вариант А – купить сразу агрессивно, но так как это было перед открытием рынка, я дождался подтверждения и купил чуть дороже. И тут же там, за 2-3 минуты профит. Две точки касания запишите на третьем касании buy или sell при сигнале конкретном. И не обязательно даже вам переходить на старший таймфрейм, чтобы эти две точки находить. Можно работать со своим графиком на своем таймфрейме. Также можно торговать NASDAQ в этой ситуации на более глубокой коррекции. Секунду, что это такое? На более глубокой коррекции, например, сюда. Раз, два, три, несколько точек касания. Предыдущая зона S сопротивления становится поддержкой. Кто использует симметрию равнозначной коррекции, довольно распространенное явление. Я их не использую. Ни симметрию импульсов, ни симметрию коррекции. Симметрию импульсов, кто новенький? Когда у вас есть импульс 1, да, иначе говоря, и BCD, да, и импульс 2. Мы ожидаем завершения движения второго, да, на величину первого. То же самое относится к коррекциям, когда мы ожидаем, что предыдущая коррекция от первого импульса после завершения второго импульса будет равна первой коррекции. Точнее, вторая коррекция будет равна первой. Да, вот здесь. И это приходится на уровень. Но я так не делаю. Так я не анализирую рынок. Это круто, это работает, но это очень долго. Да. Мне не интересно вот эти все глубокие коррекции, когда рынок придет. Мне интересны скоростные движения, пробои, точки, где движение может быстро развиться. Вот что интересно. Поэтому я не так фокусируюсь, да, на этих сигналах, на этих обстоятельствах, как некоторые трейдеры. Но инструмент полезный. С его помощью мы можем определить зоны, где, вероятно, может быть реакция. Все, мы закончили с NASDAQ. Округляем профит. 516 долларов 2 цента. Хороший сегодня день. Я очень надеюсь, что запишу для вас живую торговлю в пятницу. Более расширенное видео. Ну и до встречи на онлайн торговле с трейдерами в чате. Пока.